Всем привет, друзья! С вами канал Short Fuse. Этим прекрасным воскресным днем мы работаем, делаем смотровую яму в гараже, а муравей нам в этом активно помогает. Так вот, что же меня заставило достать камеру и снять это короткое видео? Дело в том, что в комментариях вы пишете: «Да я в своего муравья гружу по полтонны». Кто-то и вовсе пишет: «До тонны». Сейчас в кузове 600 кг песка. И давайте посмотрим, что происходит с подвеской мотороллера. Задние колеса, которые с пустым кузовом стоят как на Татре, сейчас наклонились внутрь, в противоположную сторону. Пружины с амортизаторами зажаты фактически до отбойников. С этой нагрузкой мотороллер хоть и идет мягко, но видно, как на кочках колесо касается кромки крыла, а пружины с амортизаторами сжимаются, упираясь в отбойники. Это трудно объяснить, но на поворотах появляется ощущение, что рама вот-вот лопнет. А как под весом продавливаются мотороллерные покрышки, на это просто страшно смотреть. Что уж будет с тонной в кузове, я не представляю. Мне кажется, эти комментаторы нам откровенно говорят неправду. Да, мотороллер тащит. На вариаторе. Не по холмам и горам, конечно, но по проселочной дороге вполне уверенно. Этот выезд, он показательный. В дальнейшем мы будем грузить в него гораздо меньше, чего и вам советуем. Берегите свои мотороллеры, не перегружайте их. Всем пока!